Ну что ж, дорогие друзья, это группа Б у нас здесь играет, это вторая сессия на сегодня, и это замечательный турнир, и замечательно, одна вторая, замечательный полуфинал, все замечательно, так потому что это турнир от организации Дагестан 77, посвящен он великому празднику. Ну что ж, призовой фонд, сразу же начну с него, составляет $600, там плюс-минус, точнее, ну практически 56 тысяч рублей. Ну, где-то так, в этом районе. 55 точно. Вот, ну и вторая сессия, проходочка у нас 105. 4 карты впереди, первый ранг. Разлетка у нас сразу с севера-запада куда-то на восток, даже на юго-восток она у нас следует. И 16 коллективов, которые сегодня, а точнее там даже 17, которые сегодня будут принимать участие в этом полуфинале. Давайте по ним быстренько пробежимся и уже будем следовать непосредственно на первые контесты, которые у нас уже вот-вот могут возникнуть. Третий коллектив. Guad Team, Royal Esports, Next Gaming, Avalanche Team, Team MQ, наверное, так читается. Culmination, D2R, D2R. KZ Esports, Yaikis, Saint-Tropez, Kanibadam, Tune Esports Academy, Outlab, Cardbass Team, Neo Gaming, Eagle... Iglax, Blood Cis, 27 Plus Esports и AOR Esports. Бодро, бодренько. Погнали сразу рассмотреть на первые интересные моменты. Нет, Team Liz действительно бодрый. И при этом сразу же, да, я не заметил, успели мы сделать акцент на карту, но вот она у нас супер восточная, супер приятная, супер замечательная. Ну и сразу же будем, наверное, аккуратненько перекидывать сразу же наше внимание куда-нибудь на шелтер, к примеру, где уже идет уверенная возня, и уже есть первый минус. И тут я смотрю, у нас акцентирует внимание Гуаты, причем на седьмой коллектив. Сразу же с добаром по Рейну, и тут же у нас еще ауры дерутся, а причем это вся драка у нас происходит где? На секундочку, это у нас мульта, и там ребята закусились с кем? Правильно, с KZ Esports. Эффектненько, достаточно. Начинается первый рангель, но я думаю, все еще впереди. Гуат аккуратно катается туда-сюда, и вот уже намечают оппонента, и сразу же прилетает хороший минус, причем добором с тачки. Все, неплохо сыграл здесь. У нас еще остается двойка живая, причем находится она на шелтере. Будут ли сейчас сделать акцент Гуат, пока неизвестно, но я думаю, что да. Так, чуть-чуть звуковую игру сделаем погромче. Всем, ребят, всем общих, кто только-только присоединился к стриму, обязательно прожимаем лайкосики и обязательно болеем за свои любимые коллективы. Без этого никуда. Уходит у нас ребята из седьмого состава, и причем достаточно молниеносно. Будут жить, и это хорошо. У нас также есть максимально вероятный контестик в районе Нижнего Географля. И, по-моему, там у нас находится коллектив Hardbass Team, который уже начали получать статные минуса. Подождите, без меня не надо это делать. У нас минус 2, минус астик Макси. А, так это мульта, это третий состав на мульте. Вау! KZ Esports здесь, Hardbass Team здесь, Ауры тоже здесь. И причем все остались по двойкам, вы посмотрите. Мохито и Вака, или Баса, минус. У Hardbass Team Астик Макси потеряли ребята их. Страйкер. Помпа у него в руках. Первый прострел, а там Дебас. Ой, помпа в руках Страйкера. Просто непревзойдённо. Рахаги тут же выходит и тут же добирает до конца KZ Esports. Просто молниеносным префом с юмпа. Красавчики, просто красавчики. Аорти. Стизи и Астрон остались вдвоем, при этом у нас тоже потеряли Сплурей и Фача, тоже потеряли двоечку. А у нас все быстрее сгущаются события на Нижнем Географле. Там у нас на секундочку три состава на данный момент. Еще Нейксы могут спуститься с Верхнего Географля тоже под этот контест. Также Ясная Поляна у нас насчитывает два коллектива с учетом северной позиции ребят из состава Iglax Blood. Я надеюсь, что я правильно читаю название коллектива. Можно просто называть их Eagle, да, по тегу. И, в принципе, все. Могут составить также компанию третьим составом, влетев на Ясную Поляну. Ну и тут же Kanibadam у нас аккуратно подтягиваться к мульте, где также могут выступить третьим номером в этом контесте между КБТ и коллективом AOR. Почему бы и нет? Из нас аккуратно подкрутил. Плюс-минус информацией владеет.
Ну слушайте, Харбал с ним у нас решили рискнуть. Оправдается ли это? Прострелы прям по затылкам прилетают ребятам, но ребята живут, все хорошо. Ага, яйки аккуратненько начинают прокидывать, причем это все на нижнем, уже даже в районе госпиталя это происходит. То есть ребята аккуратно стягиваются. Мульта здесь все-таки также горит. Что там еще въезды к небодам, которые аккуратно у нас переротировались к Hardball Steam. Интересно, как сейчас покажет себя эта двойка, с учетом того, что ребята владеют информацией по оппоненту. Ну и аура тоже сейчас начнут подходить, я думаю, с более такой северной части. Вот такая высадка по Фоксу. Робари. Если информация у страйкера. Тут к нему тоже хорошо сыпется. Раскидывай сразу смоки, все понимает, нужно уходить, либо подниматься на второй этаж. Оттуда вижен посочнее, по пятой точке. Получилось здесь страйкер. Страйкаги. Уф, хаят, робари, шикарные. Шикарная на минус. Райкаги всю ситуацию понимает. Минус Денра. Тут же подключается аура. Каннибатам такое ощущение, что проблемы. Денра отбирает до конца. И у нас здесь осталась вроде как устойчивая двойка. Это Сайрекс и Робери. Ака. Интересно. Райкаги отходит от страйкера дальше. Скорее всего, поднимать его он не намерен. Будет размениваться. У Яйкис тоже проблемы. Минус Тейси. Также минус Батега. Сантропе у нас начинает тоже страдать. И Нейкс также закусили сейчас Royal Esports. Что тоже эффектно выглядит. По-моему, Royal Esports забрали. Забрали, да, забрали до конца. Представляете? Airborne. Мы от нас broken. Вестерн. Минус от Райкаги. Хорош. Отыгрывает до Талова. 4 киллпоинта на данный момент у ребят есть. Хороший старт, но единственное, что потеряли тройку. То есть Райкаги здесь забрать, да, вот эти киллпоинты возможные, все возможные. И уже потом просто перетягиваться на выживание и осуществлять этот самый плейсмент. Мы прям задержались на мульте, на самом деле, пропустив два файта, сочнейших два файта. Сантропа у нас также в напряжении в районе госпиталя с Яйки с составом находится. Тоже надеюсь, что я правильно читаю название коллектива, но если вдруг что, поправляйте. Но с Робри у Каннибатам тут прям очень весомые проблемы, с учетом того, что еще и Валенч здесь обвалились. Нежданно-негаданно. И 27 плюс также могут подтянуться. И такое ощущение, что мульт нас вообще не покинет на первом раунде. Нет! Сайрекс! Наиточнейшая по Трайкаге и забирает, элиминирует коллектив на 15-м топе. Ничего страшного, это только начало. При этом фундамент легкий себе проложили в размере 4 поинтов. Старт есть. Старт есть, еще 3 карты впереди. Так что я думаю, это только начало. Ребята просто разминались. Просто разминали свои пальцы. Тем временем у нас есть легкий shift зоны, на который мы также с вами обратим внимание. Но от мульты мы далеко отходить не будем. У нас тут уже Хитман прокидывает по Алиму, больновато. 27+, а у нас юго-восточный прок зоны, уходит на шелтер мульту Присон, мульт Пауэр, липовку также отгрызаем, и нормально, вроде бы хорошо. Протели прострел от Хитмана, здесь у нас начинает аккуратно Эваленч себя показывать, минус Алим, все-таки прилетела подача по Алиму. Вот так вот, не бережет он свой котелок. Мэджик, Гампейн и бай-бай у нас здесь рядышком по Эваленч, фокус уже прилетает, тоже обратная тяга, неплохо. Неплохо ребята сейчас размениваются потихоньку, бай-бай. Будет залет сейчас под фокус, ведь фокус там в соло. Вроде как. А, Ганпейн там у нас также еще катается. И, кстати, Ганпейн также акцентирует внимание на мульту, где уже находится у нас там Стизи, Сайрекс, Хитман рядышком. Хитман причем решил залететь по фронту, по правому, по левому 27+. Фокус у нас здесь додавили, и Эваленч решили просто не рисковать и уехать куда-нибудь в сторону Присона, куда-нибудь на лесопилку, к примеру. Где их могут встретить гуаты? Да, нежданно-негаданно могут получить сейчас прям по лицу, али ведь летят прям на гуатов. Рефлект. Ага, увидел Хитмана. Будет ли какая-то реакция? Да нет,
нет никакой реакции. При этом у нас продолжает Валенч сейчас залетать. Мокси понял, что ситуация здесь не очень приятная. И аккуратненько разворачивается. А мы тем временем давайте посмотрим все-таки на что-нибудь не рядышком с мультой, а это конкретно состав Туна. Легкий упор сейчас. Соло оставался он. Соло оставался. А это у нас как раз-таки был состав Termination D2R. Надеюсь, что тоже правильно произношу название этого состава. Если вдруг что, чатики, ребята, начинаем грызть стримера за то, что он неправильно называет название составов. Два состава также у нас сейчас на мультпауэр базируется. Ну и, наверное, самое такое важное — это Гуаты. Это Гуаты, это лесопилка. При этом еще у нас есть сладкий упор Neo Gaming здесь находится рядышком. Тоже фулл стаком, мелочь, QNX, Focus и Falcon. Ну, слушайте, у нас богатый центр. Прям богатый, богатый на коллективы. Нам осталось только найти существенный упор. И причем, кстати, все составы... Подождите, все же? А, нет, не все, Сантропы. Ой, как далеко Сантропы находится. Все, кроме Сантропы, у нас залетели в пределы Белого Круга. И вот здесь остается просто дожидаться... Какие-то залеты, какие-то упоры. Причем, наверное, у Гуатов он сложится быстрее, чем у остальных. У нас здесь рядышком ротируется сейчас Outlast состав. Причем тоже фулкой. И пока никакого акцента. А вот Avalanche моксит не время под ганпейн. Ой, что? Подождите. Такого не может быть. Что творят ребята в таком диком упоре? А точнее, это был влет от коллектива 27+. И сразу же 27+, здесь теряют двойку. Ганпейн и бай-бай, Мэджик. Алим остались вдвоем. Алим уже залетел в упор. А точнее, Мэджик. Прошу прощения, и полетели эти самые душедробящие хае, неприятные. Надо закидывать ютил, Естественно. Ой, еще и Мэджик подставляется под третьи прострелы. Минус, но при этом успел минусануть сейчас туз джусу до конца и вырубить хит. Алим, опасные прострелы. В его сторону сыпется уже со стороны мульта. Там у нас Сарикс, по-моему, накидывает. Также Алим остается без хп, и как он вовремя успел юзануть малую аптеку. Ух! Хаи от Мокси! Это хаи от Мокси на добор 27+. Есть минус. Погибает от Якила Эваланж состава. При этом Мокси еще умудряется поднять Хитмана, да, и сохранить ему жизнь. Неплохо. Эваланж молодцы. Здесь прям хороший прогрессивный файт. Ребята показывают против коллектива 27+. При этом Мокси забрал целую тройку. Но в любом случае, это только первая карта, это только начало. Так что все впереди, ребята. Просто дожидаемся этого лютого эпика. Как у нас зона, интересно, уходит. Вот на лютый аппендикс. На лютый аппендикс она уходит. Это мультипауэр. Да, то есть самая-самая юго-восточная, возможно, часть основного полуострова Эрангеля. И что-то мне это напоминает. Первую сессию. Угу. Становится интересно. Особенно интересно становится на севере. Ибо у нас тут залетают Нейксы. Также Игл находится рядышком. Neo Gaming рядышком. Гуат сейчас ищет себе позицию. Интересный юг. Угу. И где быстрее сейчас будут раскрываться контесты? Наверное, юг. Да, тут хорошие прострелы по яйке слетят. Причем это ротация. Уверенная ротация. Ой-ой-ой, ананасер!
Есть все-таки взрыв. Взгрели, прям конкретно взгрели. И аккуратный добор. А тут Гуато уже. Тут как тут. Ферзас. Ой-ой-ой-ой-ой, падение есть. Хомка в соло остается. И Хомка здесь тоже находит рефлект. Есть. Есть все-таки добор. Добор реализован. Пятый киллпоинт для гуатов. Neo Gaming вроде бы как бы тоже рядом. Также рядом находится Avalanche состав, который также могут акцентировать внимание на этом составе. Так много составов. А у нас еще и Toon eSports вливается во всю эту передрягу. Но вливается сразу же с потерями. 777 теряют, и у нас здесь остается... троечка. Ага. Ну слушай, ой, по пяткам больновато. Окей, виноват. Тут же рядом Нейксы, тоже об этом стоит помнить. Причем Нейксы очень сильно растянулись сейчас по пределам белого круга. Двойка залетела на мультпауэр, там, да, тоже с таким хорошим разменом дистанции. Также здесь Спотти остается в соло, который также будет залетать. Пожелаем удачи, минус Кинза. Сантрапа ловит прямо на самом въезде и, по-моему, иллюминирует весь состав. Подождите, Кинза... Нет, еще есть Глеб. В смысле иллюминирует? А вот я единственное, что не пойму, Хашипа. Усё, понял. Очередной шифт зоны. Да, прям на юго-запад ходит, как раз таки под Valanche, под Гуат, под Neo Gaming, там же залетает Глеб, Сизи, от Оров, Ауров. Ну, я думаю, также протянут All-Class состав, тоже без каких-либо проблем, как по Фалькону хорошо зажимает здесь рефлект, но получает обратную тягу в виде хороших попаданий. Угу. Avalanche вообще никоим образом сейчас не акцентирует внимание на них, ну, ибо Vision здесь нет за папичем. Ах, окей, поймали его все-таки. И ловит, кстати, Eagle состав. Ну, там очень тяжело будет Toon eSports, на самом деле, выкарабкиваться из этой ситуации. Минус 2 у них есть. Остался Шозип соло. Ну, спорно, очень спорно. Будет стараться поднимать. Да и, в принципе, транспорт вроде бы есть. Хашипа падает от игровой зоны. Ну да, Шозип не стал поднимать, либо услышал Eagle залетающих прямо в упор. Ух, минус Мафака, неплохо. Ну и все-таки, да, добор есть. Добор есть по Toon eSports, и тут... без каких-либо проблем смогут ребята подняться. Что касаемо седьмого состава, так ребята здесь, по-моему, карасиком плавают, да. Все верно, плавают ребята карасиком. Шоттер и Войд. У нас остались здесь вдвоем. В принципе, это реально сделать, это реально доплыть, это реально выйти. Но тут у нас катаются патрули от Natix. Ой, от Natix. Natix. Natix от Natix. Вот так. Заметит ли он оппонентов? Пока спорный вопрос, на самом деле. Но мы будем надеяться, что нет. Что ребята смогут пройти. Хашип все-таки дотекает до конца. Вот также спорный момент сейчас у Сизи. Он тут в легком упыре находится. Ну и как бы в зоне еще. Также центропа здесь Глеб соло. Зона начала аккуратно у нас сужаться, ребята. Первый Ерангель у нас вот-вот. Закончится, кульминация близка. Ребят, не забываем на стримчанске прожимать лайкосики. Это очень важно для канала. А также, кто не подписан, подписываемся обязательно.
И подтягиваем народ смотреть. Все-таки проходочка здесь топ-5, и за эту проходочку нужно побороться. А шифт-зоны нам нужно посмотреть, куда он все-таки уйдет. А уходит он более-менее на север, как раз-таки опять под коллективного гейминг, под игл и под Avalanche. Ну и гуаты, в принципе, тоже во внимание. Потеряли прострел по нексам, и причем потеряли они такие стремительные и такие результативные. Ребятам еще нужно постараться пройти. Тем временем у нас 7-й коллектив начинает аккуратненько погибать от предел в игровой зоны. Пак Юникс попадают, тоже довольно неприятно, но ребята, в принципе, смогут реабилитировать свои силы, подняться, и все у них будет хорошо. А вот что касаемо на X, так у на X проблемы. Два колена локтевых положения, споти в соло, 5 киллпоинтов на данный момент, но ребята здесь в легком лоу-граунде находятся, и подняться для них это будет не проблема. А рядышком у нас от гуатов находится Сео, который также может приложить усилия. На X аптенчик нащупал, свитнеса осталось здесь нащупать. Голден минус. Вот и у Игл он сейчас возникают такие проблемы. Свитнес у нас добирает, причем еще из хаешки. Минус Тёма. У Игл прям конкретные проблемы. Но пока и пульт у нас здесь остается вдвоем. Минус Голден добирает его до конца. Как там Глеб живет, я не понимаю. Но он практически в зоне. 8 составов, 18 лайва, дорогие друзья, на данный момент. Эволэнч, надо держать сейчас южную границу белого. И также еще посматривать на Neo Gaming. Не без этого. Также здесь еще есть Изи протягивает. Возможно, что он наступит на клей. Ой, нашел, увидел. Вот же. Прямо перед тобой. Пару тычек. Да, добор. Коллектива Сантропе на 8-м топе. 7 коллективов, 17 лайва у нас остается, ребята. И зона такая прям... прям вау. У нас там птенчик пошел сейчас на заезд вместе с Сео. Могли сейчас закрыть, в принципе, на X. X Gaming, у нас споти остался в соло. А вот это супер рискованно. А вот это бы я даже врагу не пожелал. Ну, о чем и была речь. Ну, в принципе, он старался. Он старался, а это самое главное... Как говорится, не главная победа, главное участие. Вот и все. Шифт-зоны на юг. В принципе, больше нам знать и не надо. Уходит под Neo Gaming. По-моему, зона была куплена и подкручена. Ну что ж, Outlaw, гуаты будут проходить через восточную границу белого круга. Буду стараться проходить. Самое главное, не наткнуться ни на какие префы. Neo Gaming просто банально будут держать позицию. Уже полетели прострелы. Птенчик вроде бы добрался, но птенчик сам может подставиться под Outlaw, и это опасно. А тут особо и выбора нету. Пятки у тебя большие, и по ним попасть будет не проблема. Айка минус. Вау. Хорошая отсел, хаешка. У нас Пэта. Чагуч, наверное, так читается никнейм. И Джока остается вдвоем. Еще одна хая пошла. Ой, больно. Ой, больно. Ой, Чагуч выходит прям на прев села. Есть аккуратный минус. Есть аккуратный добор. Ну что ж, Джока в соло. А тут уже и по игл прострел протерят на гейминг. За что мы тоже с вами переживаем. И как, в принципе, игл сейчас будут проходить предел белого круга, тоже вопрос. Ну, решили просто на шару въехать. Высадка и добор. Добор состава элиминируется на 4-м топе. Гуат, Neo Gaming и Avalanche остались сейчас в 3 состава бороться за хороший такой фундамент на первом рангере. Но посмотрим, как у них это получится с учетом следующего шифта, который падает поближе к Avalanche. Ой, минус Мокси. А сейчас гуатам выгодно очень быстро заехать. Очень быстро заехать под Avalanche и забрать себе, в принципе, западную границу белого круга. Забрав при этом еще 2 киллпоинта и очень хороший контроль над территорией. Но Сео падает под прострелами Neo Gaming, взрывает транспортное средство. Минус Фалькон. А вот обратная тяга от рефлекта. Рефлект не зря остался позади. Грамотно сыграна ситуация была сейчас.
А вот и прострел по рефлекту. Очень опасно, ему бы уйти куда-нибудь в сейф. Немного переждать, пропустить Neo Gaming вперед, ибо там также зона будет их выжимать. Раскинуть смоки и постараться отработать Neo Gaming в спину. Что также было достаточно результативно для него. Продели Хайе уже в сторону рефлекта по уже неактуальной информации. А при этом, при всем, он еще и закручивает. Закручивает аккуратно, посматривает спину Neo Gaming. Как ребята будут сейчас выходить. По-моему, Neo Gaming там на транспортных средствах тоже будут стараться поезжать. Еще одна подача, еще один минус по коллективу Avalanche. И Neo Gaming без труда прорвутся этим кемпам. Пошел молик от SEO. Ой-ой-ой. Ну, тут уже прям на шару вкатывает. Причем очень интересный булыжник. Очень интересный. Зону-то выдавливать. Хаят летят. Минус птенчик практически. Минус птенчик. Вот очень важно понимать и знать, как сработает рефлект. Минус птенчик залетает. Ему все-таки хаят мокси. Зона выдавливает составы. Выдавливает просто со всех своих позиций. Сел, нужно постараться поднять птенчика. И самое главное, надеяться на то, что не залетит повторная какая-нибудь хае. Рефлекту нужно очень грамотно сыграть против Neo Gaming. Минус Хитман. Сел откидывает сейчас обраточку. Мокси в соло. Аккуратно походит, находит Сел. Сразу же дан минус 2 по гуатам. Тут же попытался рефлект отработать, но раскрывает свою позицию для Neo Gaming. И уже обрывается аккуратный хая. Ой, минус фокус. Прекрасный отыгрыш. Самое главное, еще и под Мокси не подставиться. Такая очень спорная и волнительная ситуация для гуатов. А вот смоки еще закончились. Ой-ой-ой-ой-ой, страшно. Есть еще две хаи, которые нужно реализовать. А вот если Vision сейчас у Avalanche, по-моему, нету. Да, легкий добар по гуатам, причем эти все два киллпоинта отлетают. Ой, побежали в опенфилде. И сейчас, кстати, акцент от Neo Gaming по Avalanche. Неужели сейчас гуаты заберут топ-2? Из такой примитивной ситуации рефлект спрыгивает, а Мокси живет в смоках. Да, все-таки есть добор по рефлекту, иллюминейт на третьем топе, но Мокси живет до конца, как бы он еще весь состав Neo Gaming не приговорил. Выползает, но тут уже в три ствола, просто ребята найдут по нему вижен, минус один, минус все-таки присутствует, да. Neo Gaming, мои поздравления, ребята здесь забирают топ-1, при этом... Они умудрились накинуть 9 киллпоинтов, 19 поинтов в тотал улетает, и это классно. Мокси шестерку оформил за первый ранг. 7 киллов на крики по Avalanche и 13 поинтов в тотал. Гуаты, на секундочку, 12 киллов, 12, 17 поинтов в тотал. Они тут даже Avalanche обходят. Состав игл, 3 киллпоинта топ-4. Ауры, неплохо, 7 киллов топ-6. 5 киллов у Нейкс. 5 киллов у Туна и Спортс Академии. По 2 киллпоинта здесь у нас Канипадам 27+. 4 киллпоинта Хардбаст Тим. Ну и в принципе все. Ну и у КЗ 2. Вот такой вот продуктивный первый рангель у нас был. Впереди еще 3 карты, а мы пока полетели на паузу дожидаться следующий Мирамар.
Ну что ж, дорогие друзья, врываемся уже на второй мировар, у нас здесь разлёточка тянется с востока на северо-запад, и мы сразу же с вами сейчас будем искать первые контесты, которые у нас возможны, скорее всего, в районе там Гуатапла, Бандиты, где-то там у нас Тун и Спорт приземлились, также КЗ и также Гуаты. Все очень близко, рядом, и, возможно, контест там будет. Также дожидаемся остальные прилеты. Ну, в районе Курс-де-Валя у нас Канибадам и Яйки стянутся, что, кстати, тоже. Может быть. Район интересного Лас-Леонеса, пригород точнее. И первый контест, где же он у нас раскрывается. Причем поймали Вестерна. И ой, какая зона. Какая зона, можно сказать, то что она прыгнула немного от разлетки. Хотя отчасти попадаем. У Туны есть прострел. Ну то есть ребята сейчас как-то пытаются драться на дистанции. При этом при всем минус от SEO есть. Да, минус лост. 777, причем 777 здесь просто без хп. Да, да, вот такой вот минус от SEO, минус 2 по Туни Спортс. Великолепно сыграно. И также с другой стороны КЗ уже отыгрывает Доталовый. По-моему, КЗ Спортс у нас лутает минус 2. А нет, минус один, у нас еще один сольничек остался. Это что здесь, да, Тун Еспортс. А тем временем у нас 27 плюс начали там кромсать. Просто своих оппонентов осталось только 27 плюс найти. Да, уже минус один есть, неплохо, ребята, сработали. У Ганпейна. Ну и опять же, ребят, у нас здесь прям разбросаны игроки. То есть нету какой-то вот конкретной там, конкретного худропа. Очень-очень широко ребята распрыгиваются, забирают себе там какие-то вторичные кемпы. Их облутывают. И при этом у нас вот такие вот скромненькие файты. Сантропе у нас здесь рядышком с 27 плюс по ганпейну. Очень больно прилетает даже. Стоп, что? А, ну да. Да. Ганпейн нужно постараться поднять. Батага получил сейчас обратную связь. И тем временем у нас аура очень больно кусается. У нас там остается спорей в соло. Минус фач и стизи. Вестерн изначально забрали. Там, кстати, влет сразу же и от КЗ. И игл здесь в упоре, короче, которых у нас минусует бака. Минус 3 дает по игл. И, по-моему, он забирает весь состав до конца. Да. Он добирает весь состав. И при этом еще и патчи можно здесь забрать. Ну, фачи, я думаю, сам дотечет, но ко всему нашему замечательному удивлению здесь подлетает еще один состав. Culminations D2R. Очень файт, опасно идет в опенфилде. Есть минус, и по седьмому составу тоже там довольно больновато пролетает. AB без хп просто остался, да. Есть возможность добрать, но тут у нас Франклин оказался немного проворнее. При этом он также соло остается от своего состава. Хороший прострел от Франклина. Да есть до конца, там еще психоз. Или просто псих. Опа, AB тоже нашел. Остался сольничек, который, кстати, очень уверенно может отработать здесь хайграунд, да? Ситуация интересная, причем там двухстволка, и тут же третья сторона еще открывается. Что крайне неприятно, есть все-таки добор по КЗ. Да, нойси у нас зашел с другой стороны, эффектно достаточно. Достаточно эффектно, ребят, работают. А при этом у нас Канибадам еще один состав забрали, и это, по-моему, были Яйкис. Если же я не ошибаюсь. По-моему, это были они.
Рядышком бегает Спалерей. Кстати, Спалерей тоже может выйти на линию прострела. У нас еще один коллектив практически минус. Нейкс, да, забирают споти до конца. Минус Нейкса. Ой-ой-ой. Приятно. Вот Спалерей, как он себя сейчас поведет, с учетом просто виженной информации по оппонентам. Хорошо накидывает, но получает обратную тягу. Франклин. Пикаться на два ствола очень опасно. Но есть утил. Есть утил, который можно прокинуть, причем достаточно результативно. Не стал он очень сильно перегревать ее. Протела она под Франклина, но перелетает. А тем временем у нас Харбал с ним встречается сейчас с седьмым коллективом Team Mekiu, наверное. И сразу дают существенные минуса по составу. Там минус 2 уже прилетело. Остается двоечка, если не ошибаюсь. Которая, да, успешно уходит сейчас с линии контроля Харбал с ним. С другой стороны, у нас есть еще Royal Esports. Ребят, которые тоже могут встретиться сейчас ненароком с коллективом Сент-Тропе и тоже неплохо так закуситься. Минус Франклин. Кстати, Спалерей у нас там работает на минус 2. Неужели он сейчас заберет до конца состав? Нет, не в этот раз, к огромному сожалению. И вывозят на 6... На 6 целых киллпоинтов вывозит у нас здесь ребята из коллектива Culmination D2R. Молодцы. У 27 плюс также просадка. Да, один киллпоинт у Ганпейна, но просадка в два игрока. Не супер приятно. А точнее, вообще неприятно. С Сунтрапой также есть минус 2. Кинза и Глеб подскочили. Батагейчи остается вдвоем. Шифт-зоны нам очень важно посмотреть, ребят. Шифт-зоны и посмотреть еще за гуатами. Это вот самые два важных момента. Гуаты залетают на Power Grid. Перед ними здесь могут раскрыться Hardbass Team, которые, кстати, откидывают сейчас параллельно на дистанции по Outlap составу. И интересно, овладеет ли этой информацией сейчас гуаты. Шифт-зона мы видим, уходит он чуть южнее. Долго ли продержится эта дистанционка? Ну, упор плотный. Упор плотный, тут у нас еще и седьмой состав в упор заехал. Вот интересно, гуаты. Гуаты подкрадываются. Вот прям такие действительно лисицы. Аккуратненько прокрадываются. А тем временем у нас Royal Esports, по-моему, минусует Сент-Тропе фул состав за секунды. Играли широким сплитом ребята из коллектива Сент-Тропе. Да забирают их на западной границе Белого круга. Оперативно Royal Esports работают здесь. Прям-таки оперативно. Ага, нашли здесь прострелы, ребята, возможно, и по Максе летит, и обратно тяга с ее врывается, жесткая, причем от Страйкера, если не ошибаюсь. Страйкер тоже вовремя обратил внимание.
Там у нас птенчик грамотно подкрутил. Ерефлект еще в упоре. Потеря прострела от страйкера, но страйкер подставляется. Подставляет, причем под птенчика с другого фланга, наносит ему дэмэдж, и причем он был критический. Был критический, есть минус один у каких-либо хардбаски. Но нужно продолжать. Несмотря ни на что, нужно продолжать. Арбасим начинает накидывать на дистанции. Даже не начинает, а продолжает они накидывать. И также ловит еще ее от Гуату на фоне. Хорошо, хорошо. Минус Хашипа. Подставился сейчас. Шипик прям по двойку. Будет ли сейчас реабилитация этого момента от Калихиба Гуат? Пока непонятно. Ребята раскидывают сразу же смаки на проход, полетели прострелы. Хашипу добирает до конца и разменялись, ребят. Мы прям долго сидим на этой ситуации, но у нас параллели нету пока. В любом случае, дожидаемся откровенного момента. Ай-яй-яй. Максим нас получил. Также Neo Gaming у нас сейчас начинает отрабатывать по Outlife составу. Вовремя Асик здесь подошел. В самую спину Гуатом. Тут самое главное профессионально пикаться просто от этого хайграунда. И ой-ой-ой, получается таки по лбу. Еще и хае тут залетает. По итогу Райкаги в соло остается с Харбаским. Давайте посмотрим на шифт-зоны в параллели. Как это будет выглядеть сейчас и куда она уйдет. Вот тут очень спорные моменты. На самом деле по-разному хотелось бы разглядеть эту зону, но... Добирает до конца все-таки, да, Астик. Ну, Райкаги живет. Вот она восточная, приятная. Прям под пикадо уходит. Интересненько. У нас сейчас очень много будет интересных ротаций раскрываться. Давайте, наверное, будем потихоньку переключаться на Outlife состав. К примеру, который сейчас тоже достаточно эффектно ротируется. У нас и Neo Gaming по правой стороне оказывается, да, слева седьмой состав. Там еще и Каннибадам в упоре могут быть. Avalanche забирает полностью себе южную границу Белого Круга со стороны Чумацеры. Ребята будут продолжать отыгрывать. Но у нас остается один из коллективов 30 лайв, не так уж и много-то на третьей стадии, на самом деле. Там под Райкаги прям... Я не могу эту ситуацию с Харбастим отпустить. Да, взорвали. Птенчик все-таки взорвал Райкаги. Даже переключиться на них не успел. Прям в моменте, в секунде забрали до конца состав. Но бывает. Royal Esports также нужно пройти через южную границу, а вот там прям... Пытается пока не бадам отстреливать, а вот Royal Esports у нас начинает входить в зону. И причем через Neo Gaming. А ну-ка. Airborne.
Неплохо по фалькону попадает. Есть сразу же минус, причем с аккуратным добором. А ребята от Neo Gaming остаются в тройке. Тюнингс, мелочь. А, фокус. Ой-ой-ой, как обменялись хаешками. Клиникс практически выпал на колено локтевое положение. А там у нас еще и котич. Неплохо так закрутило. Тут хороший упор, хороший упор, хорошая борьба. Минус Magic, 27+. Ребята просто, по-моему, под горячую руку попали. Еще и добор по этому составу. А, вот тут действительно под горячую руку попали. Гейминг понимает, что патовая ситуация, и в принципе драться за пределами игровой зоны не стоит. И при этом мы еще с вами видим shift зоны, которая уходит у нас прямо на север. И это скала над Пикадо, вот на которой сейчас у нас Neo Gaming и обращены лицом. Там у нас находится Гуат. Если Гуаты вовремя заберут себе максимально стоящую уверенную позицию, они смогут грамотно отыграть это. А также будем параллельно дождаться всех возможных ротаций с южной части. Как раз таки есть у нас залет под седьмой состав, если не ошибаюсь. Причем такой лаконичный. Есть первый минус, и это плохое. От Чагуча. Джока. Также взгребают ютюб. Ребята, готовы. У нас там остался сольничек. Мы в него верим. Ой, минус один. И тут же все-таки добор. Тут же все-таки добор. Птенчик. Да, тем временем отрабатывают Гуаты, потому что гейминг неплохо. Минус гейминг, фокусы, мелочи остаются вдвоем. Я думаю, Гуата будут дожимать до конца Neo Gaming. И, в принципе, позицию им тут обходить. Им нужно забираться с северной границы. А это все сложно. Поэтому надо делать. Надо что-то решать с Neo Gaming. Проезжать только через них. Через юг там очень жесткий open field. И очень тяжело будет это все сделать. Рефлект у нас, по-моему, уже вкатил в упор практически. Тут же мелочь, по мелочи есть информация, фокус! Просто ждал, просто банально ждал, пока вылезет рефлект. Птенчик, нужно сейвить всю ситуацию. Сайрекс минус, Каннибадам. Также у нас Royal Esports начинает отрабатывать по южной границе Белого Круга. Сможет ты засейвить всю эту ситуацию, Птенчик? Добирает до конца, к огромному сожалению. У нас еще сел на фоне есть. Но он-то залетел в пределы Белого Круга. Кстати, вот сейчас очень интересно. Ух, фокус! По Мэднусу выдает Эвеленч. По-моему, закрывает до конца. Закрывают. Да, 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 Мокси. Мокси, фокус, Туса Джуса. Там все приложились к Роялам. Сейчас они потеряли Туса Джуса, ну а с подъемом. С подъемом все нормально. Все, все здесь под контролем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Neo Gaming. С фокус, мелочь, соло остался. А вот тоже остается за пределами игровой зоны. И зона так сыграла.
что неудобно будет практически со всех сторон у нее заезжать. Она ушла прямо на скалы, прямо на север. Валенч вроде бы проскакивает. А вот что касаемо других составов, да, тут прям-таки хороший такой вопрос. Просто на шару врываться в пределы белого круга? Да, можно. Можно что-нибудь придумать и коллективу каннибадам, но будут выезжать и подставляться под Валенч. Можно что-то и придумать мелочи здесь тоже. Грамотно как-нибудь пролететь, но уже подставляются под прострелы, причем очень точные. Очень точные. А тут он же как раз-таки Сео начинает отрабатывать. И, по-моему, Сео тоже не в зоне. А, нет, он в зоне. Он прям на самой границе. Добирает мелочи до конца, и это Гуат, и это их 10-й киллпоинт. 10-й киллпоинт для Гуат. Зловатый каннибадам составу. Вот они только-только выехали. И сразу начинают врезаться. Минус 2. Минус Денер, Фокс, ну и добирает Робери. В принципе, это было ожидаемо. Это было ожидаемо на самом-то деле. Там очень сочный опенфилд, через который проехать просто нереально. Птенчик не замечает Джока здесь. И сразу же получает бочину. С добором причем. У Готов одна надежда на Сео сейчас, который будет стараться отрабатывать просто с хайграунда. Как он будет спускаться сюда, пока неизвестно нам. А, есть Богос. Все, в принципе, спуститься можно. Ну и три состава у нас остаются. Avalanche, Outlaw и Solo Guard. Ну, Джока, Сео, хорош. Он даже на такой дистанции умудряется выдавать минус. Еще и с добором. Это 11-й киллпоинт для Гуатов. 11-й же, да? А, 13-й. 13-й киллпоинт. Айку также видит. Но сейчас зона пойдет на сужение. И уже как бы нужно готовиться к ротации. До последнего хочет выжить просто с этой позиции. Подъезжает как бы сразу же на Моксе. Натыкается, есть минус. Аутлов просто на дистанции сейчас откисает. У нас остался Чагуч соло. Ну, то есть у Гуатов даже есть сейчас возможность попасть на топ-3, уверенный. А я там фокус в упор залетел. Село. Чагуч еще и хитман подлетает. С гребхае. А-то понял, Село, что тут у нас в упоре прям. Фокус находится, пошла хаешечка. Хитман по левому флангу. Минус Кайква. И Мокси доберет. Кто кого быстрее доберет? Сео или Чагуча? Кто первый минусанется? Сео все-таки. Да, это топ-3 для Гуатов. Но там в любом случае компенсация лютая по киллпоинтам. И здесь грациозный состав Avalanche. С уверенностью просто в 99% забирают топ-1 на этом втором Мирамаре. Красавчики, при этом они еще и накидывают 12 киллов. 12 киллов. 22 поинта в тотал. Outlaw 2 киллпоинта, топ-2, молодцы. 8 поинтов в тотал улетает. Гуатем, ну естественно, красавчики. Просто красавчики. 13 киллпоинтов, топ-3, 18 поинтов в тотал улетает. Каннибадам 4 киллпоинта, тоже грозно сыграли, молодцы. NeoGaming 2 киллпоинта, 7 киллов на Royal Esports. Кстати, вот ребята из коллектива Crimination D2R, 6 киллов топ-8, красавцы, 5 киллпоинтов Hardbus Team, ну, по киллпоинтам у них стабильно, стабильность признак мастерства. KZ Esports 6, Esports же, правильно? Ну да, Esports, 6 киллов, при этом у Баки или Баса 5, топ-15, ну и в принципе все. Притерли на паузу, дорогие друзья, будем дождаться следующей карты Эрангер.
Ну что ж, дорогие друзья, вылетаем мы уже на третий рангер. Разлеточка у нас, ну, не особо приятная, но, точнее, не для всех составов. Сразу же, наверное, сделал бы акцент на Яснополяне, где, в принципе, и раскрывается первый контест. И я думаю, стоит уже туда наше внимание обратить. Яснополян, Neo Gaming и ребята из коллектива Culmination D2R. И причем сочнейший упор, мелочь подходит уже прям самый упорище и начинает накидывать просто по Франклину. Через форточки. Минус птенчик у гуатов и сразу же добор. Неплохо сработал с полрей. Ох, как у нас здесь и отыгрывает. Полрей. Ну не до конца отыграл. Конечно, спальку он тут залетел. Сразу же с подачи. И у нас там остается двоечка получается. Марш и... Нойс. Огромное количество, кстати, оппонентов у нас в районе гуатов. При этом они потеряли птенчика. У нас здесь рядышком кто, собственно говоря, находится. Так, ладно, пока тут никого нет. Да, вот, ауры. Это раз. В принципе, два. Это, по-моему, минус мелочный гейминг. Ах, арбастим, вот оно, ну что. Супер мощнейшая ротация, причем параллельно, и причем практически без оружия. С коллективом КЗ. И причем, посмотрите, летят парни просто вдогон за ними. Вот тут интересненько. Ребята сразу же распрыгиваются по кемпам. А ну-ка, получится, не получится. Притят ли прострела, псих. Вроде как уходят ЭБТ здесь. Драки с одной сковородкой. С одной сковородкой. Тут уже Макси влетает. Тоже с пистолетом. Прострел по райкаге от АИБ. Сочнейший. Вот минус у Хардбастим сейчас на данный момент. Это просто отсутствие оружия. У Астика что есть? Пистолет. Пистолет УЗИ. Хорошо. Что касаемо страйкера, так вообще нет оружия. Райкаги у нас упал, у него была КМ. И тут же у Макси просто пистолет. Асик дает минус один, хорошо. Узик все-таки это вещь дельная. Аккуратно подпекался, но не стал быковать слишком. Но здесь может подставиться под третий прострел. И тем временем у нас страйкер поднимает Райкаги. Был же АКМ у Райкаги. Отдал страйкеру? А, берстал страйкер. Хорошо, ну хотя бы что-то уже лутанули. Ай-яй-яй, прострел, и это open field. Макси с пистолетом просто ждет. Ждет себя часа, Астик. Есть легкий прострел в его сторону. Нужно жить. Тут уже двоечка выходит прям в упор. Ситуация сложная, но отстреливается Астик, хорошо. Двойка в упоре. Бизон в руках. Самое главное, фиксером не подставиться. Пытается аккуратно работать по форточкам, но все-таки третья сторона. Третья сторона, это все. Здесь Райкаги с помпой. Какая патовая ситуация у Хардбастим. Ужас, просто минут. Ой-ой-ой-ой-ой, как залетело по лицу. Бинтуется бинтами. Макси тем временем тоже здесь совершил героический просто поступок, добрав оппонента. Тила нет, этого нет, этого нет. Астика потеряли. Тракер аккуратно до Макси дополз. Ну и Хардбастим будут ходить. Ходить, потому что, ну, слишком неприятно. Без оружия, без брони, без каких-либо хилок. Контестится с составом, у которого все это есть практически, да? Он КЗ и спорт успели лутануться. Тут Сайга, Юмпик, АКМ, Сайга, Юмпик. А мы на него смотрели, да? Скорелька, Бизон, пожалуйста. Тут же еще рядом Аура влетает, которые тоже так же успели уже подлутаться. Мы, кстати, шифт-зоны с вами не увидели, по-моему, да? Давайте посмотрим, она у нас уходит на север. Рожок, шутинг-рейндж, северный, тут же верхний, нижний Геогрополь. Нормально, нормально. В принципе, пойдет. Ой, как Макита поймали, ауры вовремя, вовремя здесь подошли. Супер неприятно для КЗ Esports. Пока. Их остается вдвоем. Тут же прилетает по стизи прострел. Вестерн будет поднимать. В принципе, это была дистанция. И подъем здесь реализовать не проблема для них. Страйкер тоже подставляется под патч. Тоже надо подниматься. Максим у нас со скорпионом бегает до сих пор.
Тут самое главное ребятам не подставиться под преф уже со стороны The Esports, Райкаги. Нормально, я думаю, поднимется, все будет хорошо. Тем временем есть на контах, по-моему, просадки. Outlaw. Да, это все на контах. И причем с Nex закусились ребята. Я кис рядышком. А я вот не могу Nex. А, все это на дистанции. На такую же дистанцию. Ого. Ого, ребята, вы выдаете. Бодренькие. Прям таки бодренькие, дистанция хорошая. А, с антрапа тем временем Сайки смогут продолжить кусаться с учетом просто их ротации. Причем такой совместной ротации. Что касаемо Royal Esports, так ребята здесь могут тоже встретиться. Madness прям перед носом покрутился у двойки оставшейся, которая вышла с Ясной Поляны. Живая это. Culminations DDR. 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 Боже мой. И с антрапа тем временем также вретает сейчас достаточно опрометчиво. Такое ощущение. Хотя нет, уверен. Уверенно залетели ребята здесь на Эверест. И тут же пошла ротация Каннибадам и Яйкинс. Причем тоже параллельно. Чуть ниже Каннибадам сейчас едут. А там уже и Валанч, кстати, могут нас... Что? А это у нас... Что происходит? Подождите. Это у нас так уверенно заехали на Приморск, ребята. А кто там у нас в упоре? Это Приморск. И причем там Сольник, по-моему. Это Войд. Войд соло, Приморск кроет и кроет весь состав Игл. Сейчас на данный момент. О, уже убежал. Это из разряда, типа, это я в Приморске, но сейчас уже дома. Игл-то тоже без каких-либо проблем уходит. До зоны почти 2 км. Надо сейчас стартовать, и причем очень быстро. Мы на Яйкис пока посмотрим. Параллельная ротация с Нейксами. Что может быть лучше? Причем просадки... Для и того состава. Наносер минус, поти минус, разменялись на Этикс. Будет ли аккуратно доедать, прострел по хомке. А наносер доест, да, и это будет равноценный размен. Считайте, что так. Надо попасть, попадает. Попадает, и также в параллели мы сейчас с вами посмотрим на шифт-зоны, который нас ожидает. Возможно, у Neo Gaming просадочка. На это тоже стоит посмотреть. В районе Ясной Поляны все так же остаются, но вот тут у нас был... Нойс в упоре, а теперь еще и Эваланч прицепились. Ну, естественно, естественно. Даже без этого-то, ребятки. Ситуация поправима. Естественно, поправима. Сейчас мы это поправим. Ну, вроде как должны. Или не должны. Сейчас поправим, ребята. Сейчас все будет хорошо. Сейчас все сделаем. Так, вроде есть контакт, но это пока такой легенький. Пока легенький контакт. Это, в принципе, для эмулятора нормально. У нас тут еще и подъехали гуаты. Да, тоже пытаются контролировать всю эту ситуацию. Прострелы от Эвеленч летят, тоже бодрые. Нам очень-очень сильно нужен этот момент.
А почему так? Они так. Вот. Отлично, починились. Все хорошо, не паникуем. Кстати, зона у нас шифтует, и зона шифтует довольно уверенно на север. Есть контакт, у нас есть рожок, есть вся эта ситуация. Нерешенная ситуация также у Гуатов. Хашипов соло остался. Против Ноу Гейминг, а там еще и фокус со спины залетает. Есть прострелы и по игл коллективу. Ой-ой-ой, голден минус. Туса Джуса хорош. Нижний географ начинает только-только раскрываться сейчас. Это только начинается, друзья. И при этом у 27+, также есть минуса, и причем минус 2, Magic и Гампейн уже улетели. А Бай-бай и Алим остается вдвоем. Также проблемы и увел. Улетецкий на крен локтевом, а вот где фреш, пока непонятно. Фреш у нас со стороны госпиталя объезжает всю эту ситуацию и будет залетать совершенно с другой стороны. Тем временем у нас начинает аккуратно Эваланч контеститься, а уже потеряли, да, мы понимаем, Хитмана. Остается здесь тройка, это фокус мог Туса Джуса, и причем против Туны Еспорт ребята будут драться, потому что хорошая хаешечка от Туса Джуса, но... 777 в упоре, по нему информация есть, он аккуратно отстреливается, это КМ, а КМ в упоре, это злая штука, тем временем его просто ханки с другого вообще фланга расстреливает, дает минус, фокус у нас здесь остается с Мокси вдвоем, будут ли сейчас они вдвоем всю эту ситуацию репетировать, непонятно. Ой-ой-ой, хорош Мокси, хорош, на минус 3 сейчас сыграл. Окей, минус. Не, Мокси просто невероятно играет в Эваланч. Это просто что-то невероятное. Честное слово. Вот это отыгровка. Вот это отыгровка. Есть, да. Сочнейший минус 3. Просто наисочнейший минус 3 от Мокси. И причем это уже не первый раз такое. Вот на протяжении трех карт. Это уже, по-моему, вторая тройка. На его счету. Да можно уверенно считать это за классик? Конечно, можно. Конечно, можно. Шифтанула зону. Бодренько шифтанула. Северо-восток. Причем уверенный. Нет вопросов к Royal Esports, нет вопросов к EX. А вот ко всем остальным, как вы будете, ребята, сейчас заезжать? И насколько быстро вы это сделаете? Есть упор ОАОР. Состава, который находит Книбадама. Причем прострел это двусторонний. Немного патовая ситуация для Книбадама. Есть минус один, минус два даже есть. По Денра также летят хорошие прострелы. Пытается он очень-очень быстро уйти. С линии префа. Минус роб, минус три у коллектива Ганнибада. Йоу, погодите. Не так быстро. Минус Арим от игровой зоны. 27+, начинают от игровой зоны просто гибнуть.
Вроде как нормально радируется. Ни на кого не наткнулся, все хорошо. А, тем временем у нас есть упор от фокус. А ну-ка, родной. Еще и с пробитым колесом пытается ротироваться. Тяжелая ситуация. Мне кажется, Мокси сейчас еще и продолжит месить дальше всю эту ситуацию в Хашипа. Прям под Мокси подъехал. Увидел Мокси. По-моему, и Мокси Хашипа спалил. Да. Информация прошла, и причем в обе стороны. Неплохо. 12 коллективов, 31 лайф на данный момент, ребят. У нас там сочнейший залет на сам северный. Причем от седьмого состава. И встреча там будет тоже очень вязкая. Здесь находится Нейкс. Который уверенно готова принимать сейчас оппонента. Есть информация. Причем здесь шутер может наткнуться на хорошие просадки. У нас очередной шифт зоны, который... Примечательно, уходит к огромному количеству составов. А конкретно это у нас Запад. И очень интересная позиционка. Мы забираем южные кемпы северного. Да, то есть вот этот утюжок. И также у нас кемпы, сейчас на которых находится яйки состав. Все, больше нет кемпов. И сейва-то, в принципе, тоже. В основном полены и легкие по западной, по юго-западной части эграунды. Все, больше ничего нет. На это все 12 коллективов сейчас будут обращать внимание. Есть первый прострел. Уф, минус 2 пролетел. Вот и ротация от седьмого состава. А практически минус 3. Яйки на это внимание обратили. У Нео проблемы. Ой-ой-ой, Нео Гейминг жить. Мелочь. А, мелочь был крайним, которого просто взорвали бы. Окей. Мокси фокус в двойке. Аккуратно залетают. По-моему, одно супрострела. Royal Esports также подставляется, но на дистанции пока на данный момент. Это не проблема для них. Вестерн насупал, поймали его. Avalanche и будут, наверное, доедать до конца. С учетом того, что аура там начинает аккуратно подтягиваться к этому месту. У нас Explorer и Фачи также отыгрывает на дистанции. Прострелы по фокусу, причем... Болючие прострелы. А, есть у нас двойка. Да, двойка от Old Life состава. Кадлоры сейчас также в районе амбара будут контестить со Снейксами. Какая болючая поджога залетела, но он жив. Жив. Сразу же юзает. А вот прям точнейшая, по-моему. Рикошет? Серьезно, рикошет? Я думал, там уже просто точнейшая, стопроцентная залетела. Минус фитнес, под Денера подставляет к Каннибадам. Тут как тут еще и со стороны отрабатывает. Причем Денер в соло от Каннибадам остался. Любые прострелы и любая реализация. Нейтик соло от Нейкс. Поднимет ли с фитнеса? Ай-яй-яй, под Нейтикса также залетает. Попытался он как-то реабилитировать ситуацию хаешкой. По голове. Ой-ой-ой, попадает хорошо минус Джока. У нас там Сонечек остался. Попытается он его поймать, но нет, здесь у нас... Все-таки Юмпик оказался проворнее, чем Сайга. Немного Амнетик затерялся в ситуации, но ничего страшного. Еще есть целая карта, чтобы отыграться. И КЗ и Спорт здесь пытаются найти прострела. Ух. Но этот... Шифт зоны действительно прекрасен. Действительно прекрасен. Уходит он на северный.
Вот тут тоже интересный вопрос. Все будут бороться за кемпы на северном или пытаться как-то южную границу выпушить? Там тоже пару кемпов есть. У нас огромное количество прокарашенных составов. То есть это Avalanche двойка, это Хашип от Гуатов Соло, это двойка от седьмого состава, точнее тройка. Двоечка от КЗ и Спортс у нас тот же на экранах. Кто у нас еще? Канибадам в Соло, Outlap двойка. При этом 10 составов, 22 лайва. Это мы понимаем. До седьмого состава прям срочно нужно что-то решать. Ибо Ланч подставляется минус фокус, а Мокси-то на хорошей дистанции. Не сможет он спасти своего тиммейта. Есть от изи попадания. Там ауры влетели прям уверенно. Минус аэрборд. Очень хорошую под патчи закидывает. Еще одна залетает. Я думаю, не последняя. У котича есть еще. Молик пошел. Но ютилу прям хорошо раскинул. Этим смокам. А вот это знаменитый лоу-граунд на самом деле. Северо... Восточная граница, минус фокус, добирает его до конца, тем временем у нас... есть, все-таки залет от седьмого состава под КЗ и Спортс, но здесь остается буквально сольничек, это Войд, а нет, не сольч. И шутер есть у нас, также сейчас Avalanche заканчивает существование. Коллектива Сент-Тропе, шутер в соло остался, и надо как-то ему решать проблемы с Мокси, понимаешь, есть информация прострела, и да, есть минус Avalanche на девятом топе. Элиминируются ребята, выход под КЗ, скорее всего, будет прострел, хотя шутер может и от зоны просто банально погибнуть. Но вроде как успел, еще и люк, еще и без хп остался. Очень жестко. Что касаемо ауров, так у нас сплорей на колен локтевом, а так ребята вроде поднимаются, и также вроде как ютил закончился у Royal Esports. Зона продолжает шифтовать у нас сейчас на север. 7 коллективов, 13 лайва. Вроде как нашли уверенный блужник перед собой сейчас Royal Esports. Будем надеяться, что у них все получится. Но также у нас еще хаши потом в опенфилде. Но зато в зоне. А вот как Outlap будут выходить, ну тоже, наверное, под смоками сейчас. Да даже будут выезжать. Уверенно. А чтобы выехать, им нужно подставиться. Подставиться под Дендра. А Дендра всю эту ситуацию контролирует. Есть прострелы, Папета и практически хрен локтевое положение. Яйки с тем временем тоже попытают под хорошие прострелы. Выкручивает Джока. И причем Джока подлежает под Хашипу. Хашипа понимает, что в упоре оппонента нужно как-то отрабатывать. Тут даже так же начинает накидывать аура. Ауры сразу же отрабатывают по Хашипе и добирают его до конца. Неплохой прострел. Шикарный даже я бы сказал. У нас остается 4 креатива 7. Игроков на ногах. Джоко выжил Outlap. Он просто с другой стороны выехал. Он не поставлялся под Деннера, он просто выехал с другой стороны. Вот, пожалуйста, на ваших экранах все эти 4 состава. Аура, акцентируют ли они внимание сейчас на Royal Esports? Или все-таки будут смотреть в зону? Хочешь, закидывает еще одну. Шикарный ухае, минус Spell Ray. Туда же летят на добор. Дальше и фатч прокидывать. Но все безуспешно. Какой-то морской бой здесь у нас начинается. Ой-ой-ой, Денро. Еще одна и... Минус Тизи. И Спорей просто без хп здесь остается. Быстренько реабилитирует. Всю полосочку. А как там у Брокена-то Вижена нет?
Не замечает он его, да, за баги, получается? Добар по стизе. Три сольника и одно дуо. Интересная ситуация. Ой-ой-ой-ой-ой, подставился, и Денра еще без КП остался за игровой зоной. Ну, легчайший топ для коллектива Royal Esports. Молодцы, ребят. Молодцы, забирать 7 киллпоинтов топ-1, 17 поинтов тотал, молодцы, не подам тебе время, 6 киллпоинтов топ-2, 12 поинтов тотал, ауры, 14 киллпоинтов, 19 поинтов тотал. Ну, то есть обходят даже Ройлов, ну, грубо говоря, по наличию поинтов. Молодцы. Outlife, 6 киллпоинтов, топ-4, 4 киллпоинта на Aegis, топ-5, 4 киллпоинта KZ Esports, 6 киллов Avalanche, по 2 киллпоинта Entrapa NX, 6 киллов Neo Gaming, молодцы, 2 киллпоинта 27+, тун Esports, и, в принципе, все. Ну что ж, у нас остается одна карта, это, дорогие друзья, Miramarch. Потеряна пауза, будем дождаться этой самой крайней карты. Thank you.
Что, дорогие друзья, неожиданно для всех четвертой картой становится Санук. Все потому, что на турнирном лобби Мирамара немного забагался. Таким образом, не знаю, не уточнял, не влезал в эти подробности. Но по итогу мы имеем на выхлопе Санук четвертой карты, и это хорошо. Не сказать, что это замечательно, я бы так, даже так сказал. Все были за, никто не был против, я надеюсь. Сразу же погнали смотреть на первые стартовые контестики, где они могут быть. Буткемп по-любому будет насыщен на руины 100%. На руины аж целых 3 состава приземляется. А вот это жестко. Ну и, наверное, на руинах и первый контест откроется. Но в любом случае посмотрим еще на буткемпе. Возможно. Тоже что-то будет. Хотя, слушайте, у нас здесь пролетают, ребята, руины. А, и открывается у нас буткемп по итогам. Давайте смотреть Royal Esports. В упоре с кем-то правильно, с 8-м составом. Еще минус 2 по ребятам прилетает, а зрители в тройке. Фрэнк остается в соло здесь. Ух, как хорошо поймал оппонента, но все-таки численное преимущество здесь зарыляло. И это неплохо. Нейк с тем временем на руинах тоже начинает аккуратно падать. Это минус пунька, свитно с Нейк. Нейтик в споте остается втроем. Окончательно причем. Ну, а Royal забирает до конца коллектив Culmination D2R. Аура также начинает контеститься, причем, ну, где-то в районе Пайнана, наверное, даже. Ох, какой выход, 1 в 2. Топор еще и по одному составу. Жестко. Яйкис минус. А и зона у нас иронично шептанула сейчас на юго-восток. Наверное, даже юго-восток. Юго-восток, при этом, что разлетка тянулась по северной части. 14 коллектива, 53 лайва, давайте смотреть. Это Санук, это мгновенная, быстрая, тропическая карта, которая приносит быстрое удовольствие. Быстрое удовольствие от просто мимолетных контестов. Ну что ж, Тун Еспортс. Тун Еспортс, по-моему, без просадок, да, сейчас находится тоже в районе Пайнана. Возможная встреча как раз-таки с аурами. Скорее всего, так и будет. Полрей у нас тут в упоре, 777 пока банально наблюдает. На Парадайсе находится Сантропе рядышком. Также в пригородных кемпах 27+. На статмока будет входить игл состав. Рядышком также 7-й еще коллектив. Которые точно так же могут вступиться в это 8. А тем временем в спину Туни Спортс идет коллектив Ройлов. Ройл Спортс уже в упоре. Прилетели первые прострелы. Ай, опасно, опасно. Падает, падает лост. Ну а что поделаешь с этим? Есть минус. Есть минус такой клон. Есть Вестерн. В упоре с 777. Хороший прострел от ауров уже сыпется с другой стороны. Будь аккуратный. И сразу же добор от Вестерна. Вестерн также остается без КП. И возможно то, что Ройлы вот-вот настигнут его. А Хукеев с тем временем просто убегает. Убегает поближе к своему тиммейту. Но его находят и полетели прострелы в их сторону. В его точнее. Сантропе тем временем выходит с Парадайса и встречается с коллективом 27+. Я 27+. Тоже массивные такие прострелы летят. Массивные, уверенные. Артбастим у нас на Пайнане. Кстати, тоже могут подтянуться. Почему бы и нет. Посмотрим за Royal Esports. Который все ближе и ближе к Туни Esports подходит. Хотя погодите. Ну да, к Туни Esports, ребята, стягиваются. А по правую сторону от них еще и Аура находится. И Котич уже начинает получать дэмэдж от ауров. Больно. Вообще рядышком Стизи. Это еще и Эваленч подъехал. Вот это сейчас бодренько здесь будет. Также хочется еще и на 27+ глянуть, как там ребята сейчас обходятся с коллективом Сантропе или же наоборот Сантропе с ними. А Талима еще и по батеке прилетает. И 27+ в тройке играет на секундочку. Али минус 2 уже здесь реализовал. Глеб где-то в спине остался. На Парадайз вкатывает игл. А вот и Атун Еспортс протели прострел. Сейчас в сторону ауров. Ауры, уй-уй-уй-уй-уй. Минус Фач и минус Пелрей. Двойка остается. Вестерн и Стизи. Тоже не супер приятная ситуация для них. Еще и Эваленч там подошли в упор. Ух, какой бодрый у нас будет Пайнан.
Ну, окрестности Пайнана. И северная граница это Парадайз, да, там тоже у нас три состава на данный момент. Возможно, что тоже какая-то бойня будет. Ух, какие прострелы по фокусу от Тизи, неплохо. Сейчас работает на развороте, Тизи тоже поймали, и это был фокус, причем тут еще и Хитман с Мокси подключились. Есть этот минус. Вестерн Соул. Минус тут от Джуса, хорошие прострелы, и тут же выход Вестерна под Хитмана. Еще один минус. Хитман также открывается под Royal Esports. Ой-ой-ой, Мокси опасно. Аэропорт. Прострел находит прострел, а также минус Котич. Там снизу у нас, получается, остались Аваланч. Хитман, да? Аккуратно поднимает фокуса. Сейчас также аккуратно поднимут тусу Джулсу. Будет хорошо. 27 плюс сигл полностью обратили на них внимание. И там сейчас тоже начинается жара. Вай-вай минус. У нас там Мэджик получается с Алимом остается в двойке. Сейчас нужно подкатывать. Ай-яй-яй, прострел по Мэджику. Алим закидывает хаешечку. У нас тут Голден прям в упоре сидит сейчас. Минус фреш. Опа, Кинзе. Прям под спину. Выход дебаться, хорошая тычечка прилетает от Алима. Алим прям звезда сегодня на сануке. По ХБТ у нас продели прострел от Гуат. Кенчик там аккуратно накидывает по Астику. Астик на колен локтевом и, скорее всего, течет. Раскрывают там ребята смоки, но получится ли у них это сейчас все сделать, непонятно. У нас Мэднес, фокус находит прострел. До сих пор у нас вот между Пайнаном и Будкой, вот на этом хайграунде, проходит жесточайший просто поединок. Фреша добирает до конца, причем это был Magic. Опа, киллпоинт в копилку. Хорош. Давайте, наверное, посмотрим на Avalanche, как ребята будут подниматься сейчас на этот хайграунд. Обходить Royal'ов, Royal Esports. Минус Madness. Уже от Витнеса пролетает прострел, но Эксы тут как тут, причем на дистанции, причем на очень хорошей дистанции. Минус Хитман, Airborne попадает по нему. Сразу же фокус начинает прокидывать утил. Минус Хитман, Брокен добирает его. Ой, в смоке-то там же нет никого. Ой-ой-ой, фокус. Ой-ой-ой, минус Magic. Кинза в спину Magic'а забирает до конца. Там Олимп соло остался сейчас на растерзании между двумя составами. Получается, что так. Фокуса тоже здесь ловят. Есть опять же таки колено-локтевое положение. Тусо Джулса пытается прокидывать утил. Остался он в соло. Будет ли он дорабатывать паролы, или все-таки уйдет на плейсмент? На отработку плейсмента. Тоже хороший вопрос, на который предстоит нам найти ответ в ближайшее будущее. А вот Hardbass Team. Окружены сейчас ребята вниманием гуатов. Ух, так, ой-ой-ой, прострелы. Хае, минус Страйкер, минус Мокси. Там двойка остается, Астик. Астик Драйкаги. Тяжеловато ребятам будет по Астику. Должна была сейчас пройти информация. Да, проходит сейчас, аккуратно накидывает тело. Есть, все-таки прострел по Астику, Хашипа выход под Райкаги, Райкаги на двойку и выходить не хочется, пытается простреливать влево вправо, также хорошо прокидывает под Сеу, но тут выход на возможный минус 2, ой-ой-ой-ой, Сеу без хп остался, также там сзади есть когда локтевое положение, это рефлект, да, если он сейчас заберет Сеу, Сеу просто загорится, нет, вовремя уходит выход под Райкаги, Райкаги в соло, нужно дорабатывать до конца, Птенчик без хп там остался, выход Сеу, Райкаги, надо решать, но все-таки Сеу здесь был намного проворнее. Птенчик как тут без хп просто выжил, я не представляю. И кто его напрягал, вот еще в чем вопрос. Насколько понимаю, к небодам высыпали сейчас дэмэдж в его сторону. Быстро, молниеносно к тусе Джуси мы возвращаемся. Вот тут Royal Esports просто быканули. И настолько сильно быканули, что быканули нормально. Так. Минус состав. Есть, 27 плюс также закрывают. К огромному сожалению, Алим был там в соло оставался и... перекрыли, ему тоже кислород, а все это происходило на северной границе. У нас здесь Кинза в соло остался, перед ним двойка вот, Игл. Будет ли он как-то на этом внимание, ой-ой-ой, будет ли он как-то на этом внимание акцентировать, не знаю. Давайте посмотрим на шифт-зону, он у нас ультра-южный. Кэмп Чарли, Доки, Вари, Пайнан, Кейв.
все необходимое. А у нас там начали гуаты аккуратно заезжать. Да, и причем я бы не сказал, что аккуратно, а прям настырненько залетает. Все, прям в упоре прокатило. Прям перед носом прокатило оппонента. Будет ли повторно залетать? Минус Робри. Ох, как хорошо там отстреливаются ребята. На 18 минус. И, по-моему, это у 7-го состава отлетают, ребят. Гуаты как будто прям дразнят оппонента. Ошиба. Пролет Хаету должен осуществляться. Доплетела она и бодренько, нет, без результата. Надеялись мы на него. Шоттер тоже минус. Сейчас Дендра его находит. Каннибадам там реализует уже минус 2, получается. По седьмому составу. У нас Войт остался в соло, в районе Киевов он находится. Ну а мы также с вами дождаемся следующего шептазона, который, я думаю, уйдет южнее. Ну, туда, куда-то, на Камп Чарли, туда. Но если это будет север, то будет очень иронично. Ну, плюс-минус, кстати, севера. Запад под Пайнан уходит зона. Также забираем Камп Чарли. Откусываем чуть-чуть Кори и Киев также под контролем. Вроде бы отъехали гуаты сейчас от Outlaw состава. А вот что касаемо Каннибадам, только непонятно. Я еще переживаю за Вайда. Вот здесь соло. На этих импах еще сюда гуат из. Ой, какой ужас! Ой, какой ужас! Просто на растерзание также был оставлен. Ну что ж, 9 коллективов, 27 лайв, ребят. У нас Кинзов соло остался даже от Сантропе, получается. И сейчас он, да, соло остался, 2 киллпоинта он заработал и аккуратно ротируется с... супер южной границы белого круга. Заряд будет максимально эффективный, ибо оппонентов там нету. Махита минус. Раз добор от гуатов. Это 5 килпоинт копилку. Тут же справа. Прям на прокидочке Хае ловит. Сейчас кашип оппонента неплохо. И тут же получает обратную тягу. Причем совершенно с другой стороны. Это Outlaw. Сел также сейчас рискует быть на крайне локтевом положении. Лучше не стоит так рисковать. Реплиакт. Есть аккуратные залеты и под КЗ. КЗ Esports. Тем временем, ребята, аккуратно поднимается. Все, он очень опасно против Outlaw. Соло вот так вот выходить уже. Ой, суровый дэмэдж сейчас прилетает в его стороны. И да, добор. Есть добор. Есть ног. Эйко. Сразу же тоже получает гуат и не оставляет вообще ни единого шанса. Взгревает автомобиль. Возможно, будет взрыв. Да, ой-ой-ой, еще и прилетает от рефлекта прям по лицу. Минус 2 сейчас Outlaw. Кагуч у нас пролетел под игл. Есть информация, я так понимаю. И будет даже стараться закрывать. Сможет он ли с этого результат вытянуть, не знаю. Очень, очень такая тяжелая ситуация, на самом деле. Касаемо всего этого. У нас тем временем шифт зоны приходится сейчас прям под Пайнан. Минус Пэто.
Есть контакт. Минус рефлект, а вот уже и прострел по гуатам, там у нас проснулись КЗ Esports. Двойки. Могут, в принципе, сейчас отработать дистанционно ребятам. Но особого вижена здесь нету. При этом SEO подняли. Хорошо. Вот сейчас SEO в риске прострела. Но ребятам, по-моему, не до этого. Они сейчас будут стараться как-то ротироваться, побыстрее ротироваться в пределы белого круга. От лев также нужно что-то придумать. Быстренько подняться. И да, есть добор. Причем добор от игл оттуда, откуда не ждали. Минус состав. 7 коллективов на данный момент. 17 и лайва. Кульминация близка, дорогие друзья. А вот тут у Гуата была информация на самом деле по оппонентам. Но они стали они останавливаться и... как-то на этом акцентировать внимание. Поехали дальше в предел белого круга, занимать позиции. Слушай, и правильно. Все правильно. Ох, как КЗ Esports ловят еще и к небодам с другой стороны. Есть все-таки добор по составу. Великолепно сыграли сейчас ребята. Прямо в реке выловили оппонентов и забрали их. Тем временем у нас Игл аккуратно на ногах проходит под гуат состав. Возможно, что тоже будет легкая перестрелка. Возможно, что также будет добор. И также Кинзы, который летит просто также на ногах. Но у него, правда, масхалат, а для сынука масхалат это все. Но не в этом случае находит его. Полетели суровые прострелы в его сторону. Но он в зоне, он будет жить, я думаю. Каннибалам не будут послушать одного оппонента. А вот как раз-таки заход и отыгл состава. Достаточно опасный. Гуат этот полностью акцентирует на них внимание. Вот эта сковородочка спасла. Сейчас птенчику пятую точку. Здесь минус один, причем хашипа с добором. Вот это сбитие! Вот это все утворит! Будет ли он сейчас махваку стараться также сбить? Нет, остановился, но тут прострел просто в опенфилде. Птенчик может его поймать и, да, реализовать этот момент. Добор при этом, при всем, еще патрон закончились на топовой. Минус еще один состав, у нас остается 5 коллективов 12. Лайва, птенчик получил по голове. Ройл находит прострел, да. Ройл и Спартс. 9 киллпоинтов у гуатов. 9 киллов. Звери просто, не иначе. А вот Каннибалам здесь уже делает акцент как раз-таки в сторону Кинз. Скорее всего, что еще и догонять будут его. При этом у нас зона шептует под Royal Esports. Да, да. У нас еще двойка осталась от Туны. Туны Esports Academy. Там тоже ребята будут как-то стараться решать все моменты. У нас Royal Esports тем временем стягивается аккуратно под гуатом. Да, минус птенчик, там SEO соло остался. Его, по-моему, тоже поймали. Да, Тендра просто взрывает транспорт и забирает состав гуатов. Это пятый топ для этого состава. Тун Esports также ловят и ловят в воде. Да нет. У нас там Шоуза остался, а точнее Хукье остался, и причем без хп остался. И это все сделал Робери в соло. Тяжковато. Как там Royal Esports не подключились? Тоже вопрос. Тут же человек не добегает, по которому тоже летит суровый дэмэдж, и игровая зона все-таки сделала свое решение. Поставила точку. Плюс-минус. Каннибалам также доедает. У нас остается два коллектива. Это Каннибалам и Royal Esports. Почему у нас Робер за пределами игровой зоны, и причем так далеко? А, летит. Все нормально. Вовремя залетел. А, зона, получается, уходит, да, троилов? Им нужно спускаться. Угу. Есть кемпы, которые свободны. Минус Оверекс. Вот это подача. Правый фланг ребята забирают. Окей. 3 в 3. 9 киллов на Royal Esports.
А у Каннибадам 10. Эвана как? Не, ну если Сайрекса добирают, то 10 на 10 получается. По-моему, его поднимают. По-моему, его поднимают. И да, Робери. Поднялся хорошо. А вот Royal Esports вовремя спустились в кемпы. Заняли их. И самое главное, чтобы зону сейчас еще шикануло просто под Royal. Куда-нибудь в их сторону. Минус Airborne. Вот они полетели подач. И будет ли залет молниеносный? Каннибадам? Да будет, конечно. Ой-ой-ой, Броукин, какой прострел находит. Робери чудом сейчас избежал нока. Выход Броукина, и также Броукин подставляется под прострелы Сайрекса уже. И там Эднес остается в соло. И Эднеса тоже находит через форточку прострелом. Мы поздравления, Каннибадам забирают топ-1 невероятнейшим образом. И это 13 киллов. 23 поинта в тотал. А тут же рядышком у нас 9 киллов дают Royal, 15 поинтов. Total, молодцы, тут Esports 2 килла, топ-3, и это 7 поинтов Total. Рядышком Гуаты, которые накидывают 9 киллов топ-5, 5 киллов у Eagle состава, молодцы. На X 4 киллпоинта, 3 киллпоинта на Avalanche, 5 киллов 27+, 5 киллов Aura. Да, ну и в принципе все. Полетели на паузу, дорогие друзья, дожидаться окончательных результатов, и мы увидим, кто все-таки прошел финал, дабы бороться за призовой фонд в размере $600.
Ну что ж, дорогие друзья, известны нам уже результаты. Давайте же на них и посмотрим. Мои поздравления. Гуатим 49 поинтов. Тотали проходит Канибадам 44, так же как у Аваланч. Тоже проходит Royal Esports 40-35 у Аоров. На E-Gaming чуть-чуть не дотянули Southlab. Все остальные результаты вы видите, дорогие друзья. Эти топ-5 проходят финал. Я поздравляю финалистов, ребята молодцы. Красивую игру показали. Ну а для вас сегодня комментировал все эти две сессии, одну-вторую Родин. Всем, дорогие друзья, до скорых встреч.